Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы написали. Осознаю, что мне необходимо сепарация от моей мамы. В какой момент вы начали это осознавать, да? Ну вот, то есть буквально. Когда вы начали это осознавать, в какой момент, вот, и что в вашей жизни происходило, когда вы начали это осознавать. Вот. Дело в том, что проживание с мамой в любом случае дают некоторые преференции, вот, дают некоторую выгоду вам, и то, что вы осознаете, что вам нужна сепарация, это может быть, как это не парадоксально, следствием вот все того же скрыто выгодного поведения. Вот. То есть, ну, например, что если я как-то буду угрожать маме, что я от нее сепарируюсь, то она свою модель поведения по отношению ко мне изменит, потому что будет бояться меня потерять. Ну или еще какой-то момент, если вы хотите чувствовать себя более самостоятельной, к примеру, вот, то подобные мысли, мысли о том, что вам нужна сепарация, конечно, дают такую возможность, да, ну, такую возможность почувствовать себя несколько более взрослой, вот, но оставляет вас, по сути, на том же самом уровне, никуда по большому счету не двигая, вот. Поэтому осознавать, что вам нужно сепарация, это хорошо. Но осознание сепарации, желание сепарации полезно в нескольких случаях, когда человек понимает, что ему это необходимо, например. То есть, когда человек, ну, он чувствует, что ему это нужно, когда человек чувствует, что без этого ему будет плохо, вот. Это первое. И второе, когда у человека есть какая-то цель, такая вот, ну, жизненная, вот, для которой вот необходима сепарация. Вот. Если эти условия не выполнены, вот, то я бы сказал, что целесообразность идеи, значит, идеи сепарации является довольно, ну, довольно сомнительным. Вот. Понимаете, да? Почему так, я надеюсь?
не могу двигаться к целям, найти свой ресурс, свое предназначение. Ну, в этом смысле сепарация вам поможет постольку поскольку. Потому что двигаться к целям, найти свой ресурс, да, свое предназначение, да, означает, что вы себя по большому счету не слышите. Вот. Ну, просто вы себя не слышите. И если вы спорируете с мамой, да, может быть, что вы себя услышите. Может такое быть. И такое бывает, на самом деле. Но, к сожалению, может же быть и такое, что вы себя и не услышите тоже. Вот. Несмотря на то, что вот сепарация будет произведена. Да, несмотря на то, что вы сепарируете, все равно вы можете вот себя все равно, несмотря на это, не услышать. Вот. Поэтому одно к другому отношения особенного не имеет. Вот. То, что вы не можете двигаться к целям и найти свой ресурс, это... отсутствие внутреннего контакта с самой собой у вас. Вот, ну а про предназначение это вообще отдельный разговор. Что это такое, непонятно. Мне 18 лет, жених, спрашиваю разрешение абсолютно на все, даже помыть голову, иначе скандал. Ну, это вот страх перед мамой. С ним нужно работать. Я работаю, но финансами полностью тоже не располагал. Почему? Не могу купить какой-то курс даже за какие-то 50 евро, потому что это трата денег, у тебя, мол, будут другие траты, тебе это не нужно. Это проблема личных границ. Вот, опять же, сепарация здесь является чем-то таким, знаете, параллельным вспомогательным инструментом, но не панацеей. Вот. А с помощью психолога вы могли бы эту ситуацию, конечно, использовать, скажем так, ну, использовать эту ситуацию себе во благо для того, чтобы в этой ситуации научиться, ну, как-то действовать. Это вот возможно, это вот реально, да? Потому что, ну, для вас это вызов. Такой вот вызов, то, что происходит. Все, что было между вами, проецируется на мои отношения с женихом. Каким образом? Я очень ранима. Что это значит? Это значит, что вас очень много задевает, да? Вследствие чего задевает, как происходит этот процесс задевания, нужно выяснять и его корректировать, потому что задевать вас это может как по когнитивным причинам, то есть по причинам того, например, что вы требуете от себя быть во всем хорошим, быть во всем идеальным и так далее, например, или всем угодить, или что-то такое. И у вас это само собой не получается, ну, не получается. А может делать еще и потому, что вы, например, не принимаете что-то в себе. Вот. Ну, банально, просто вот что-то в себе не принимаете. Ну вот. И ранитесь, условно говоря, каждый раз, когда сталкиваетесь с тем, что вам транслируют другие люди по
по поводу того, что вы в себе не принимаете сами. Вот. То есть тут тоже могут быть свои моменты, тоже могут быть свои, ну, свои аспекты. Но ранимость, как бы не, опять же, не вселенское зло. То есть вы ранимы, и ладно, пусть вы будете ранимы. Важно учиться обращаться с ней так, чтобы это вас не отравляло. По большому счету. Вот. Сейчас, сейчас вас это отравляет. Ну, можно сделать, чтобы не отравляло. Значит, ну, с помощью психолога, да, можно это сделать. Ну, вот. Дальше. Мама меня несправедливо обзовет или матюкнет, у меня уже истерика, иногда такое чувство, что живу ожиданиями, раньше было очень обострено. Сейчас я это поняла, уже поменяла отношения, стараюсь не смотреть через призму ожиданий. А что вы делаете со своими ожиданиями? Ну вот, в смысле, буквально, что вы с ними делаете? Ведь что такое ожидание? Ну вообще, что такое ожидание? Что есть ожидание? Да? Ожидание – это вообще-то наши потребности. Ожидание – это вообще-то наше желание. Ожидание – это вообще-то то, чего мы хотим. И, соответственно, смотреть на свои ожидания. Замечать в них то, что вы хотите, и реализовывать это. Очень важно. Делаете ли вы так? Я так не думаю. Но судя по тому, что вы описываете. Что мне делать с родителями? Ничего, зачем с ними что-то делать? Казалось бы, съесть, но есть ряд проблем. Я не хочу ссоры на всю жизнь, и мне нужно ждать. Ну, ссор на всю жизнь точно не будет, если вы не будете участвовать в них. Ну, то есть в ссорах, если вы не будете участвовать, да? Вот, то и не будет в таком случае, собственно, этих самых ссор. Вот. Дело в том, что ссоры, они возникают тогда, когда в них участвуют, ну, несколько человек. Если в ссоре не участвует один человек хотя бы, да, то это уже не ссора. Это театр одного актера получается. Вот. Поэтому ссор не будет, если вы не будете в них участвовать. А вот будете ли вы в них участвовать, это уже вопрос к вам. Вот. Понимаете, да? Какая здесь история. Поэтому нужно на это смотреть. Нужно это исследовать. Нужно это изучать. Вы боитесь ссор. Почему? Чем вас пугают ссоры? Вот. Тоже такой достаточно важный момент. Конкретно. Чем вас пугают ссоры? Конфликты. Вот. Страхи. Чем? Мне нужно ждать. Чего ждать? Но я понимаю, что это не моя жизнь, мне такое не нравится. Можно ли это проработать без курса? Нет. Какая-нибудь литература? Нет. Нет. Литература... не литература в данном случае, не
обхождение, скажем так, без курса, это не ваша история, потому что вы находитесь в достаточно такой сильной, я бы сказал, ловушке, ну, своей ситуации, как бы, вот. И не получится, не получится, не получится так. Вот. Поэтому самый лучший способ решить ваши сложности, да, ну, постепенно их решать, это пойти на психотерапию, вот. Ну, собственно, заняться психотерапией, вот, заняться собой, вот, своим, значит, ну, психическим и своим психологическим здоровьем, вот. Который сейчас у вас хромает. И поработать над теми проблемами, которые я озвучил. Вот. Ну, как бы вот для начала, да, допустим, для начала, допустим, сформулировав обратную связь, по тем моментам, которые я озвучил, да, сформулировав обратную связь по ним для начала. Вот. И на основе этой обратной связи уже выстраивая, значит, психотерапевтические отношения, начиная их, вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.